Привет всем! Пчелы – создания, которые приносят человеку немало пользы. Они дают нам мед, воск, прополис. Однако, как выясняли ученые, роль Международная некоммерческая экологическая организация «Наблюдатели Земли» представила в Королевском географическом обществе Великобритании доклад, согласно которому наиболее значимыми для сохранения экосистемы планеты животными являются пчелы. Согласно докладу, тот факт, что многие виды пчел уже пропали с лица планеты либо находятся в списке исчезающих видов. Согласно данным экологов, от 60 до 90% пищи, которую мы едим, мы получаем благодаря помощи насекомых-опылителей, и прежде всего, пчел. Среди продуктов, которые мы не могли бы получать без их поддержки – фрукты, овощи, зерновые и орехи. Это означает, в частности, что по мере снижения численности пчел опасности будут подвергаться и другие виды, включая людей. Возникнет эффект домино, из-за которого их численность будет неуклонно снижаться. Что произойдет, если многие экологические группы уже сейчас призывают человечество позаботиться о благополучии пчел? Помимо естественных факторов, сокращающих их популяцию, таких, как заболевания и межвидовые столкновения, на них негативно влияет использование инсектицидов, изменение климата, сокращение численности растений. Если человечество будет заботиться, сохранение пчел важно для каждого жителя. Не менее, а то и более значимой потерей станет исчезновение пчелиной индустрии, производство меда, воска, прополиса. Пчелы – основные опылители, они опыляют не только цветы, но и другие зеленые растения, а значит, дают нам возможность дышать. Позаботьтесь о них, призывают экологи. На этом у меня все, делитесь мнением в комментариях. Подписывайтесь на канал и ставьте лукас вверх. До новых встреч, мои хорошие!